Такой большой компанией в Ильинском сегодня чествуют участницу Курской битвы. От администрации подарки и денежные сертификаты, а от школьников и волонтеров слова благодарности и литературные поздравления. Взамен Мария Константиновна делится с гостями своими воспоминаниями о том страшном времени. У мамы, помню, 9 человек детей, я вторая. И говорю, как мне надоело это все. Жизнь какая тяжелая. Мама, говорю, мам, я пойду работать. Мне было 14 лет, я пошла на работу. Сначала работала в швейной мастерской, потом копала окопы, позже ушла на фронт добровольцем. В дивизионной типографии освоила профессию наборщицы. После окончания войны больше 30 лет Мария Константиновна проработала поваром в санатории «Архангельское». Готовить для известных спортсменов для нее было настоящим удовольствием. Я готовила, всех кормила. Фигуристы были, и хоккеисты были, и цисковцы, все цисковцы. Спросите у ЦСКА, ребят, как они меня любили, все ребята любили, цисковцы. Вот такая я была, как говорится, знаменитая. Сегодня оптимизм и силы ей дает большая и дружная семья. Дочь, два внука, правнуки и даже праправнук. Я когда-то была молодая, и в окошко светила луна. Появилась предка седая, и луна мне не стала нужна. Кроме Марии Константиновны, в Ильинском проживают еще два участника битвы на Курской дуге. Принять поздравления лично они сегодня не смогли, но до адресатов подарки обязательно дойдут. Анастасия Евстафьева, Мария Сергеева, Никита Рощин, Марианна Быстрова, КРТВ.